Всем привет, ребята, с вами... Дефоратор! Ой, блин, черт. Извините, я ошибся немножко, с вами... Правил! Да, вот, теперь все правильно. Да, то есть заказывайте у меня самый лучший, топовый, замечательный... Автотюн! Вот, и значит, сегодня я решил вот попробовать поучиться играть в три пальца, значит, буду я играть на своем втором аккаунте, то есть, если кому-то это интересно, я думаю, это интересно всем, потому что я двухпалочный игрок, вот, ну, то есть, смотрите, да, вот специально для так, вас. Ну, мы, значит, уже в игре, да, вот, я уже даже кодеслил прям пиздец как, потому что, да... Вот, потом еще, сейчас я хотел вот это кое-что тут сделать. Мы даже настройки не будем убирать с достаточно высоких таких настроек, потому что, ну, мы, во-первых, классные, а во-вторых, да. Еще это все усложняется тем, как раз, что я играю, вот, ну, как вы видите, на нерастянутом экране. Вот, без разминки идем, потому что, ну, мы крутые, да? Я, по-моему, об этом уже говорил. Буду сосать, если сосать, то сосать, как говорится. Так что... Будем сосать. Что сказать? Так, вот берем MP7. Да, и идем, короче, значит, разъебывать всяких лохов. Конечно, скорее всего, разъебывать будут нас. Так. Блин, мне кажется, я отсосу сейчас. Заглотну хуйца конкретно. Не умею, потому что я играть три пальца, еще и радар постоянно загораживается третьим пальцем этим. Блять, дайте мне войти в ебучую дверь. Так. На. Not bad я относительно... Not bad убил челика. Скажем так. В три пальца я довольно... Вау. Да я просто ебу сегодня. Блять. Пидор. Ну, крыса, да? Кстати, Снейлох, кто не знал, тот пидор. А, нихуя мы, конечно... Мы вовремя очень приконнектились, на самом деле, я вам так скажу. Только приконнектились, а тут уже пиздец. Ну, блядь, да-да-да, сейчас начните мне, пожалуйста, да, пишите мне, с удовольствием, блядь. Смотрите, вот у меня красивый дигл есть. На самом деле, на основе вот этот тот дигл, который золотой у меня красивее, конечно, но это тоже, в принципе, заебись на достаточно высоких настройках. Дух. Дух, дым, блядь, все. Дигл хуйня, нахуй я вообще его купил. Так, значит, закупка у нас профессиональная, да. Сейчас нас выебут анально, а закупка у нас профессиональная. Да. Хуендок. Так, да, блядь, возьмись. Хуендок. Так, мы попали в него вроде бы. Так. На, я попал. Тапом в него. Ну давай, я же попал тебе по ебосу. Минус 91. Я, наверное, эту фул катку вообще выложу, да? То есть ту катку, которая это самая, я просто моменты самые нормальные выложу, а тут прям фул катку. Ну помимо, конечно же, когда я умер, сдох, смерть, когда произошла, тогда я уже не это. Так, нас сейчас выебут, на, сука, видели, я профессионал. На, блядь. Ну вот такой вот у нас, значит, профессиональная раскидка, закидка, блядь. То есть закладка у нас уже лежит. Хоба. Так. Хоба им флешку туда. Хоба, еще тут грена. Грена им прилетела. Бля, если бы это был противник, я бы его отъебошил уже. Получается. Потому что там даже префайрчик был такой. На тебе, ебос. Лови, сука. Блять. Перезарядка. О! Я, кажется, один. Мне вот страшно. Бля.
Если бы я его сейчас уебал, это было бы так. Мне интересно, кто это написал. Челик умеет, короче, делать себе приятно. Да, блядь. Сдохни. Да, сука. Ну, меня зажали, короче, пидоры всякие. Ну, все, давай играть. Я что-то уже как-то, кстати, приноровился в три пальца. Немножко научился. Я сегодня еще не играл, на самом деле, в три пальца. Я только... Только сегодня зашел сейчас, чтобы записать, типа, чисто по приколу. Я, типа, начал пробовать играть в три пальца. Пинг, наверное. Читер, блядь. Это пинг, мальчик. Это пинг. Так. Так. Блядь, как же в нерастянутом-то медленно ходишь. Ну все, просто ГГ. Так. Так. Маленький и пушистый. Хер, бля. Блядь. Мне пизда. Блядь. Я где? Ну, пиздец. Я так понимаю, сегодня мы намерены сосать в сухую, да? У меня каждый раунд один и тот же закуп. В принципе, абсолютно идентичный. Надо будет перевести сюда на этот аккаунт голды, типа. Там, купить карбон себе хотя бы просто, не статрек. Там и М-ку про, наверное. Может, даже ГМПХ. Тык. Господи, да, блядь. У меня вопрос, блядь, мегафон к вам, сука. Вот грабеж ебаный, блядь. Я только положил 29 рублей, блядь, чтобы у меня работал 4G. Они мне, блядь, нет, они опять списали. Я даже не пользовался 4G. У меня куда-то просто списались деньги, блядь. Я ебал. Ебучий мегафон, блядь, верните деньги, сука. Дайте мне нормального оператора, блядь. Сука, помогите, ребят. Помогите накопить на нормальную сим-карту. На самом деле, я даже не задумывался. Точнее, только задумывался об этом. В реале я на самом деле ничего не делал. Ну, то есть, блядь, помогите. Скиньте там, не знаю. Скиньте, сколько не жалко денег. Может быть, даже вам рекламу сделаю. За там рублей 20 на Киви. Ой, блядь. На. Сука. Пошел в пизду. Ой, блядь, уёбок, шлёпа. Ну, шлепан, блядь, сука. Ну, 30. Ну, там просто этот. Я в туалет хочу, ну, охуенно. Чё я могу сказать этому челику просто? Ну, вот как-то так я, блядь, сыграл. 8 на 8, в принципе, not bad. Для меня это not bad вообще реально. А, мне даже не это. Я сейчас обосую. Бля, мне даже не этот, вообще нихуя, да. Так, значит, в общем-то, ставим лайки, подписываемся на канал за мой охуенный голос и автотюн. Всем пока.